Что это тут такое? Они о нашей семье расспрашивали. Мы только не узнали, какой у нее волшебный дар! Ой, а у нее никакого нет. Тебе не дали дар? Мирабель, подарки! Тебе самый лучший, как единственный в семье без волшебного дара. Утешительный приз, так сказать, для не особо особенной. Ты же, в общем, обычная. Ясно. Ой, ты пожелай Антоне удачи. А то прошлая церемония разочаровала. Я той, на которой ты осталась носом. Я на твоем месте сильно расстраивалась. А вот я не расстраиваюсь ни капельки. Все ведь и так чудесно. Пусть я не одаренная, а все равно особенная, как и все в нашей семье. Розам цвести! Да, ну куда почки-то ставить? А может, твой дар отрицать очевидное? Я сделала радугу. Уберите столе за ноги! Лиза, надо поспать. Долорес, смотри, там кто опаздывает? Повыше подними. Еще выше. Все, вот так неплохо. Камило, нужен еще один Хосе. О, о чем речь? Луиза, пианино на второй этаж. Сейчас будет. Ой, прости, сестра. Все должно быть идеально. А у нас такой кавардак. Весь город придет. Ты цветочки все сдуешь. Цветочки. Кто-то сказал, цветочки. О, Изабелла. Ангел наш, ангелочек. Не надо аплодисментов. Благодарю. Ой, не за что. Дам тебе совет, сестричка. Если хочешь помочь другим, то хотя бы не лезь под ноги. Вообще-то, от меня хоть какая-то польза в доме. И, кстати, ты бы смотрела, куда... Это... Луиза, пусти реку вспять ненадолго. Пущу. Луиза, ослы опять убежали. Поймаю. Луиза! Подожди! Ну расскажи мне, что с магией? Что с домом? Что ты скрываешь? Кто я? Да нет ничего такого! Слушай, мне некогда, давай потом! Луиза, дом перекосила! Долорес сказала, у тебя глаз дергается, а такого не бывало. Ты из-за чего-то волнуешься. Отойди, хочешь, чтобы я уронила осло? Луиза, да стой же! Ну расскажи, в чем нечего дело? Нечего рассказывать! Что тебя беспокоит? Ну скажи! Луиза! Ты только хуже делаешь своим молчанием. Скажи, наконец, что с нашим домом? Ничего! Ой, прости. Что это я так крикнула?